Ух ты, и снова я. Александр Криволов, печенье. Ребята, желтая ромашка. И здесь хорошо, не жарко. Как раз растет под деревом. Желтая ромашка. Ромашки, просил я у Наташки. Просил я у Наташки колечко поносить. Там капуста. Надо будет на то вот осенью пересаживать отсюда капусту. Иначе ромашка заглушит. Ромашка пусть растет. Ну все, ребята. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволов, печенеги. Пока-пока. Желтая ромашка.